Знаете, я представляю ЖК «Терлецкий парк», который находится на Новогиреевской улице. Зовут меня Алексеев Александр. Стою в пикете весь месяц, начиная с начала сентября. Вот только что, минут пять назад, встретил Марата Шакирзяновича Хуснуллина и крикнул ему, что Тимофеев не строит наш объект и что пора этим заняться. Он ничего мне не ответил, но два раза оглянулся на мой плакат. Пикет проходит на Тверской, 13, возле мэрии.